Ужасно интересно все то, что неизвестно. С этих слов и веселой песенки начинался любимый всеми советскими детьми мультфильм «38 попугаев». В театре «Огниво» решили поселить главных героев известной истории Григория Остера в своем кукольном доме. Спектакль о том, как измерить длину удава, доверили Элистину Михайлову. Это не только дебют молодого человека, но и дипломная работа начинающего режиссера. Всего за 8 репетиций родилась эта музыкальная, добрая и веселая постановка. Спектакль «38 попугаев» поставлен в рамках партийного проекта поддержки театров малых городов. Музыкальная постановка будет интересна для всей семьи и самым маленьким поклонникам кукольных артистов. Премьерные показы состоятся уже в ближайшие выходные.